Фуй Стартап. Здравствуйте. Чаще. Здравствуйте. Я сегодня задам пару вопросов Анастасии, координатору фундации, о ведении бизнеса. Что предоставляет собой фундация и какая ее основная цель? Фундация – это место, где вы можете вести собственный бизнес, не открывая свою фирму. Мы предоставляем вам возможность использовать наши регистрационные данные и вести свою деятельность при поддержке фундации. В чем заключается сотрудничество с фундацией и кто с вами может сотрудничать? Сотрудничество заключается во всесторонней поддержке наших клиентов со стороны фундации. Наша собственная CRM-система, корпоративный счет, бухгалтерский учет, маркетинговые услуги и различного вида IT-тренинги помогут вам развить свои навыки. Дополнительная возможность пользоваться нашими офисными помещениями – это то, что мы предоставляем, дабы бизнес наших клиентов развивался быстро и эффективно. Сотрудничать с фундацией может практически каждый, и лучше каждую конкретную вид деятельности обсуждать с нашими координаторами. Почему меня должно заинтересовать сотрудничество с фундацией? Прежде всего, потому что начинать свою деятельность с нуля очень сложно, и для этого лучше обратиться за помощью к специалистам в каждой отдельной сфере деятельности. Во-вторых, сотрудничая с фундацией, вы несете минимальный риск, поэтому можете смело пробовать воплощать в жизнь даже самые безумные идеи. И последнее, но не менее важное, затраты на ведение бизнеса с помощью фундации намного ниже, чем при открытии собственной деятельности. Какова цена ваших услуг? Цена постоянная и не зависит от вашего дохода. Мы вызываем 350 злотых в месяц, если вам нужна помощь в легализации вашего пребывания или работы в Польше. Может ли клиент из пределов Европейского Союза начать сотрудничество с фундацией? Конечно, мы сотрудничаем с клиентами со всего мира. У нас есть квалифицированный отдел легализации, который занимается вопросами, связанными с оформлением вашего легального пребывания. Какие налоги мне придется платить и каким способом? Поскольку наши клиенты работают при поддержке фундации, то мы платим налоги от вашего имени. Угу. Ваш координатор и бухгалтерия следят за тем, чтобы все было правильно и помогают контролировать данные процессы. С вашего заработка отчисляется подоходный налог, который мы можем снизить вплоть до 6%, а при некоторых видах деятельности вы будете дополнительно освобождены от НДС. Как мне начать сотрудничество с фундацией? Начать сотрудничество с фундацией – это очень просто. Вам нужно посетить наш сайт fuystartup.eu и выбрать раздел «Контакт». Там вы найдете наши контактные данные и сможете написать сообщение или позвонить нам по номеру телефона. Наши координаторы проконсультируют вас и ответят на интересующие вопросы. Вам просто нужно подписать наш договор о сотрудничестве и заполнить несколько форм, а мы позаботимся обо всем. Спасибо большое за ответы. Спасибо большое вам.